Чувствую, что сегодня будет чудесный день. Так, какое сегодня число? Да у Кати сегодня день рождения! Надо продать это готовить ей подарок. Идея! Торт! Бисквит. Ага, я все поняла. Мне нужны продукты. Пойду в магазин. Сегодня у меня день рождения. Я думаю, что Ева меня поздравит. Подождем, пока чуть-чуть приготовлюсь. Ой, Катя, привет. Ой, а ты что пришла? Сейчас я в магазин убегаю. Магазин, а зачем? Да, просто там продукты купить, это. Только продукты? Ну вот, Ева забыла про мой день рождения. Ай-яй-яй, пойду. Я готова, пошла в магазин. Начнем готовить. Вырежем в такой форме. Неужели она забыла? Ну ладно, как же грустно. Доброе рождение! Я приготовила для тебя торт и хочу тебе подарить даже цветы. Они одинаковые, как торт, прям. Желтый тортик кремовый и желтый цветочек. Такие весенние для тебя. А, я как рада!
Как я рада, Ева, спасибо большое. Поделишься? Дай я тебя обниму. Будь веселой, когда у тебя будет день. Ева, сейчас мы будем кушать тортик этот. Я еще купила кейк-попсы. Сейчас принесу. О, Ева, ты кейк-попсы принесла? Да, у нас будет много сладостей. Я люблю сладости. И я люблю. Ой, дружочек Мишка. Я девочка очень. Давайте праздновать. Ой, как вкусно! Ева, ты настоящий кулинар! Спасибо, что пригласила меня. Это тебе спасибо, что не забыла меня. Ну, конечно!